Сегодня православные отмечают один из главных праздников – Крещение Господне. По всей России в храмах проходят торжественные богослужения. Начинаются они 18 января в Крещенский сочельник. На следующий день совершается божественная литургия в честь Крещения Господня. Традиционно освящаются купели, символизирующие воды Иордании. И многие православные окунаются в них с верой в Божью милость. В Ленинском городском округе организовано 9 таких мест. Глава муниципалитета Алексей Спасский проверил подготовку купелей. В первую очередь их безопасность. Он побывал на Дрожинском пруду в поселке Бутово. Традиционно здесь приходят сотни людей. В том году, например, столкнулись, что толщина льда была недостаточно большая. И в момент большого скопления народа на льду начала выходить вода. Вот в этом году готовились к этому и, оказывается, счищали снег для того, чтобы лед намерзал. И за счет этого удалось достигнуть толщины льда более 30 сантиметров. И сейчас опасений не вызывает. Подсветка, теплые палатки, горячий чай. Всем этим будут обеспечены люди, желающие в крещенскую ночь окунуться в освященные купели. Безопасность в местах омовений будут обеспечивать сотрудники МЧС. Купели оборудованы согласно методических рекомендаций Главного управления МЧС по Московской области. То есть устроены сходы, ступеньки, они оборудованы улавливателями. То есть фактически у людей, которые будут проходить омовение, возможности уйти под лед не будет, но тем не менее на каждой купели у нас по 3-4 сотрудника будет дежурить. Это только от МЧС и Московской областной противопожарной службы. Также сотрудники УВД и полиции.